Для начала давайте посмотрим, как у нас выглядит синтаксис написания скалярной функции. Итак, на экране вы видите синтаксис, то есть у нас есть ключевое слово create function, далее мы указываем имя функции, которое вам хочется. В скобках мы задаем параметр. Параметр пишется через символ собачки, указываем какое-то название параметра и тип этого параметра, то есть тип данных параметра. Далее мы пишем ключевое слово return и говорим, какой тип данных данная функция будет возвращать. После мы пишем s, и далее у нас начинается, собственно, наш SQL-код. Мы пишем ключевые слова begin, end. Внутри этого выражения мы сначала объявляем возвращаемую переменную. То есть у нас переменная, она будет вот так же отображаться символом собачки, будет указываться здесь ее имя и тип этой, тип данных для этой переменной. Он как раз совпадает полностью вот, вот этим типом function data type, function data type. Далее мы пишем SQL запрос, который будет вычислять наше возвращаемое значение, которое мы как раз и будем записывать в эту переменную. И перед этим мы видим, что мы ее объявляем. То есть будет select, собачка, название переменной, дальше будет равно и будет определенный запрос. И в самом конце нам нужно также вернуть, собственно, вот эту переменную. Обратите внимание, то, что здесь у нас пишется return, а здесь return. Так вот, return, он возвращает тип данных, в то время как return возвращает конкретное значение. Но давайте перейдем к практике и посмотрим, как это работает на самом деле. Эту часть мы можем закомментировать. Итак, смотрим на пример готовый и давайте его разберем. Есть у нас некая функция, и мы указываем ее имя. Опять-таки функция, обратите внимание, она пишется круглыми скобками. В данном примере мы разберем функцию без параметров. То есть мы в синтаксисе выше видим, что можно передавать параметры. Но сначала мы разберем более простой вариант. Далее у нас идет ключевое слово return, который возвращает тип данных money. Помним, что в этой части у нас возвращается тип данных, а в этой части у нас возвращается, собственно, какое-то значение. Далее у нас идет ключевое слово s, и далее у нас идет секция begin и end. Внутри мы декларируем некую функцию, которая будет хранить в себе информацию о каких-то годовых продажах. И тип у этой переменной, я, наверное, сказал, объявляем функцию, объявляем переменную. И тип у этой переменной будет тип данных money. После этого мы говорим, что нам нужно в эту переменную записать сумму по столбцу sales, который у нас существует в таблице sales territory. Давайте для начала мы посмотрим, что это у нас за таблица. Посмотрим, что в ней хранится. Мы переключаем нашу базу данных. То есть мы видим, что вот у нас есть данные в этом столбце, и нам нужно вернуть сумму по этому столбцу. Что мы и делаем? Мы говорим взять сумму вот этой таблицы и записать ее переменную. А выше мы сказали, что вот мы объявляем эту переменную, у которой тип данных money. И вот далее используется ключевое слово return, который, собственно, возвращает нам результат. То есть само число. Вот здесь возвращаем результат, вот здесь мы самой функции вверху говорим о том, что данная функция будет содержать тип данных money. Давайте теперь мы выполним нашу функцию. Итак, функция создана. Давайте теперь ее попробуем найти. Зайти в Database AdventureWorks. Далее переходим в раздел Programmability. Есть еще раздел Functions, и далее у нас идет разделение. Вот у нас в данном случае это скалярная функция, то есть та функция, которая возвращает какое-то одно значение, то есть число. Мы переходим, и мы видим, что вот наша функция, она создана. Опять-таки, если мы откроем, то мы видим, что в данном случае у нас параметров нету, потому что мы просто вызываем функцию, создаем функцию без параметров. Теперь, как же нам вызвать эту функцию, чтобы она работала?
В принципе, мы можем просто сразу вывести результат этой функции. Каким образом? Мы пишем ключевое слово print и далее указываем название нашей функции. То есть давайте попробуем и выполним этот запрос. И мы видим на экране результат, который возвращает, собственно, эта функция. И этот результат является суммой по вот этому столбцу. При этом мы понимаем, что результат – это тот элемент в нашей функции, который, скорее всего, нам пригодится. То есть нам недостаточно просто его вывести. То есть в данном случае мы действительно написали print и показали результат. Но мы этот результат будем использовать. Возможно, нам пригодится в следующий раз. И нам бы нужно записать этот результат, например, в отдельную переменную. Опять-таки, обратите внимание, что все переменные у нас должны быть изначально задекларированы. То есть объявлены. Мы не можем просто написать, сохранить какое-то значение в какой-то переменной. Нам нужно ее прежде задекларировать, то есть объявить. Поэтому как мы можем поступить? Перед принтом мы декларируем какую-то другую функцию, не функцию, переменную. Прошу прощения. Здесь мы указываем собачку и указываем название переменной, которую мы хотим видеть. Опять-таки название вы придумываете сами. И говорим, что эта переменная имеет тип money. Теперь мы говорим, что взять вот эту переменную, вот у нас есть значение нашей функции, собственно, сама функция, и нам нужно записать в нашу переменную. Еще раз, у нас есть переменная, мы ее объявили, придумали свое имя, указали ее тип данных, который там будет храниться. Далее мы говорим, что выбираем нашу переменную и записываем в нее результат нашей функции. Вот она, наша функция. И она возвращает нам определенный результат. В данном случае результат – это сумму по столбцу из таблицы Sales Territory. Она нам вернула, и там будет определенная цифра. Мы это помним. И вот мы берем вот эту цифру и записываем в определенную переменную, которую называем вот таким вот образом. И перед этим мы ее декларируем и говорим, что данная переменная, она имеет тип данных money. И далее мы точно так же выводим на экран наше значение, только в данном случае уже будет print не функция, а будет, собственно, сама переменная. То есть мы немного переиграли тем, что мы сохранили результат нашей функции в отдельную просто переменную. И теперь, если мы выполним этот запрос, то получим вот результат. Но теперь этот результат он не просто выведен, а он еще сохранен в отдельную переменную, которую мы потом можем использовать. Давайте теперь приведем пример функции уже с параметром. Что я имею в виду? Итак, вернемся к нашему запросу данных, которые хранятся в нашей таблице. И представьте, что нам нужно найти сумму не по всему столбцу, а по конкретному региону, в данном случае группе. То есть будет это Северная Америка, Европа, Тихоокеанский регион. Нам нужно найти определенные данные. Как мы это можем сделать? Мы можем создать функцию, которая будет принимать на вход параметры. Итак, вот таким образом выглядит функция. Мы пишем, как обычно, ключевое слово. Далее придумываем название этой функции. Далее говорим, что у нас будет входной параметр. Называем его группу. Вы можете назвать как угодно. И указываем его тип данных. В данном случае varchar, которая содержит максимум 50 символов. Итак, данная функция возвращает тип данных money. Далее пишем ключевое слово s и конструкцию begin n. Внутри этой конструкции мы декларируем некую переменную, которая будет содержать у нас годовые продажи. И тип данных этой переменной является тип данных money. Далее мы говорим, возьмем только что созданную переменную и поместим туда сумму продаж из этой таблицы. Но при этом мы добавляем важное условие, что у нас группа, вот мы видим столбец групп, вот этот столбец, он равняется значению той переменной, которую мы передадим. Обратите внимание, что групп это в данном случае это название столбца, а вот это название переменной. То есть мы могли назвать переменную как-то иначе. Например, там
group input, то есть это не имеет значения. И тогда бы была здесь group input. То есть у нас сумма должна возвращаться по условию, что у нас группа из нашей таблицы равняется значению, которое мы передадим на вход этой функции. Например, там North America, Europe, Pacific и так далее. И в результате мы возвращаем какое-то значение. То есть оно будет вот храниться уже в этой переменной. Давайте попробуем выполнить этот запрос. И мы получаем ошибку. Почему мы получаем ошибку? Потому что в данном случае нам нужно наш столбец взять такие вот квадратные скобки. Давайте попробуем теперь еще раз выполнить. Итак, наша функция создана. Обновляем список скалярных функций. И видим, что вот у нас есть функция, и в ней уже есть параметры. Обратите внимание. Давайте теперь попробуем вызвать нашу функцию и передать в нее параметр. Итак, мы помним, что мы хотим наш результат записать в какую-то переменную. То есть наша задача не просто вывести результат, а еще его сохранить. Поэтому мы пользуемся не просто принтом и пишем нашу функцию, а создаем некую еще раз промежуточную переменную. Она будет называться, вот, например, там, result. У нее тип данных money будем. Далее мы говорим выбрать вот эту переменную, которую только что мы объявили, и записать в нее результат функции, которую мы создали выше. При этом обратите внимание, что в скобках мы передаем как раз параметр. То есть это вот текстовое значение с типом данных varchar. И в данном случае это North America. Обратите внимание, если мы выше поднимемся, то мы как раз и берем вот это значение вот этого столбца. То есть, несомненно, мы можем передать любой регион, но если у нас ничего не вернет эта функция, то, соответственно, такой группы у нас нет. Итак, эту часть, вторую, я пока закомментировал, чтобы показать. Мы сейчас посмотрим другой пример. Итак, выделяем эту часть. Мы записали результат уже в новую функцию, в новую переменную, которую мы только что объявили. И вот тут мы выводим содержимое этой новой переменной. Итак, что у нас получается? Вот получается такое значение. Если мы вернемся к нашей таблице, то эта вот сумма будет по Северной Америке. Теперь давайте мы закомментируем вот эту часть, а эту наоборот раскомментируем. То есть мы хотим сейчас вывести значение суммы по Европе. Это будет сумма вот этих трех значений. И получаем определенный результат. То есть теперь примерно понятно, да, как мы работаем с функциями. Посмотрим, какие еще у нас типы функций бывают. И мы вначале разбирали и говорили, что у нас еще есть табличные функции. Так вот, что такое табличная функция? Это та функция, которая у нас возвращает не какое-то значение числовое, как в случае, когда у нас были вот скалярные функции, а когда оно в результате возвращает нам целую таблицу с данными. Итак, синтаксис табличной функции вот выглядит следующим образом. У нас есть некая функция, мы ее создаем, придумываем ей какое-то имя. В скобочках, по возможности, если нам нужно, мы передаем ей параметры. Пишем собачка, какой-то параметр названия и указываем тип данных для этого параметра. Далее мы пишем ключевое слово return. Опять-таки напомню, return возвращает тип данных буквой F. И в данном случае тип данных у нас table, то есть у нас будет возвращаться таблица, а не просто вот значение, которое мы получали в результате вызова предыдущих функций. Далее пишем ключевое слово S, и после него уже идет ключевое слово return, которое возвращает нам определенный результат выполнения SQL запроса после него. Далее пишем ключевое слово end и go. Итак, это мы разобрали синтаксис. Давайте теперь посмотрим, как это работает. На примере. Напишем вот такую вот функцию. Итак, давайте посмотрим, как она выглядит и сравним с нашим синтаксисом. У нас есть ключевое слово create function. Далее мы пишем какое-то название. Пусть это будет table valued function. Как вот здесь мы и имеем такую подгруппу. В данном случае мы рассмотрим функцию, которая принимает параметры. Итак, мы пишем собачку, пишем какой-нибудь
параметр, пусть это будет идентификатор территории, и указываем тип данных in. Данная функция, она возвращает тип данных table, то есть у нас будет на выходе таблица. И говорим as return, и пишем, собственно, наш запрос из нашей таблицы sales territory и вывод определенных столбцов. И при этом очень важным моментом является то, что мы прописываем условия where. Почему? Потому что в данном случае мы приравниваем территории ID из нашей таблицы sales territory к значению нашей переменной, которую мы будем передавать в нашу функцию. Итак, давайте, чтобы далеко не листать, мы копируем еще наш запрос, который получает, выводит нам информацию из нашей таблицы sales territory. Вот мы получаем. И мы видим здесь столбец territory ID. И мы говорим, что значение из этого столбца territory ID должно равняться значению, которое мы передадим в качестве параметра в нашу функцию. И это значение имеет тип данных int, то есть обычное целочисленное значение. Опять-таки, если мы передадим, скажем, какое-то число 13, которого нету в этой таблице, то наша функция, она ничего не вернет. Итак, давайте создадим нашу функцию. Итак, мы ее создаем. Если у нас появляются ошибки, то мы можем взять определенное название столбцов в квадратные скобки, потому что мы видим, что группа в данном случае подсвечивается. И чтобы этого не было, чтобы сказать, что это явно столбец из нашей таблицы sales territory, то давайте просто вот выведем. Посмотрим на name, будет ли это ошибкой. Ну, давайте попробуем создать так. Итак, в данном случае создалось действительно успешно. Обновляем список наших функций. В данном случае функция, она уже появилась в разделе Table Valued Function. И мы видим, что этой функции есть параметр. Давайте попробуем теперь вызвать нашу функцию. Поскольку результат, который возвращает эта функция, является таблица, то мы фактически можем делать и работать с нашей функцией, которая принимает какой-то параметр, как с обычной таблицей. Что я имею в виду? Мы можем просто написать обычный select и просто сделать выборку из нашей функции. Но при этом мы можем сразу в скобочках задать тот входной параметр, который мы хотим передать в эту функцию. Итак, давайте изначально посмотрим, что в нашей таблице изначально. Мы передаем параметр 7, вот территория ID, и мы хотим получить на выходе, собственно, имя, регион страны, что еще, саму группу хотим получить и объем годовых продаж. Давайте это выполним. В данном случае я не так указал имя функции. Давайте сделаем таким вот образом, конечно. И мы получаем определенный результат, который мы хотим видеть. Естественно, мы можем выбрать не все столбцы, а только которые нам нужны. Допустим, давайте здесь передадим параметр не 7, а, например, пусть это будет там параметр 9, например. Выполняем запрос и видим, что у нас все-таки keyword происходит конфликт. Нам нужно его взять в квадратные скобки, и тем самым мы скажем, что это все-таки название столбца из нашей функции, а не что-то другое. И вот мы получаем такой вот определенный результат. Как видите, в данном случае у нас не возвращается объем годовых продаж, потому что мы говорим, что нам нужно вывести только имя и только группу. То есть мы country, регион, код не выводим и данные по продажам также не выводим. Что еще сказать? Наши функции, они могут содержать не один SQL-запрос, а несколько. Итак, мы просто вот я покажу синтаксис, который вы видите на экране для таких случаев. О чем я сейчас говорю? О том, что у нас табличная функция, она может быть такая, как мультистейтмент. То есть у нас может быть несколько SQL запросов содержаться. Как это работает?
сравнении с предыдущим вариантом в multi-statement у нас добавляется еще некое значение, некой табличной переменной. Давайте для примера попробуем создать табличную функцию. Мы не будем ее создавать. Вот нажмем правой кнопкой, и мы что видим? Мы видим, что мы можем создать inline табличную функцию, а можно создать multi-statement табличную функцию. Так вот, multi-statement отличается тем, что еще мы обязательно в конце пишем ключевое слово and. Если, допустим, здесь мы его не писали, вот мы создали функцию, то в данном случае нам нужно написать. Давайте просто рассмотрим пример уже созданной multi-statement функции и как это сделать. Вот у нас есть функция tabled value. Если мы зайдем, то видим, что в качестве параметра нам передается на вход идентификатор персоны. И это значение обычное, типом данных int. Итак, как мы можем посмотреть данную функцию? Мы можем посмотреть, как она создана, вот таким вот образом. И как мы видим, что функция достаточно большая получается. После слова return мы указываем значение некой табличной переменной. Далее указываем тип данных table. Здесь в скобочках у нас перечисляются те столбцы, которые будет возвращать наша функция. После этого мы пишем ключевое слово s, begin. В самом конце мы пишем. И после return мы пишем еще раз end. Понимаешь, что поначалу может быть запутано, потому что эта тема, она уже больше такая обзорная, потому что все рассказать нельзя, и поэтому тут нужно практиковаться. И что мы видим? Мы видим, что в данном случае здесь действительно идет как мультистейтмент, то есть у нас действительно много запросов. Что мы можем прочитать здесь? То есть мы видим некое условие. Если существуют, например, вот эти данные из этой таблицы, у которых идентификатор равняется тому идентификатору, который мы будем подавать на вход, вот мы видим, в таком случае у нас происходит вставка в некую нашу таблицу. Вот она, мы видим red, contact information, вот где мы ее задали. И далее у нас идет перечисление того, что будет вставлено. То есть мы видим, что будет, собственно, вставлен person ID, который мы подаем на вход. Вот он. Далее будет вставлено имя. Далее вставлена фамилия, название работы и тип business entity. Этот типом данных nvarchar будет просто employee. И у нас тут идет определенное соединение двух таблиц, в котором мы также указываем равенство идентификатора business entity с тем параметром, который мы подаем на вход этой функции. Да, выглядит запутанно, возможно, но понимание придет с практикой. И дальше у нас идет следующий statement, который делает определенную операцию. И после него еще следующий, и еще следующий. И после этого мы говорим, что нам нужно завершить вот этот наш begin, который мы начали, завершить. Потом написать слово return, и после него еще раз написать слово end. В данном случае вы видите, что у нас на самом деле вот эти все begin, они вложены. И это еще одна особенность функции, они могут быть вложены. Давайте просто на данном примере мы вызовем эту функцию и посмотрим, как она работает. Итак, что же мы можем сделать? Возвращаемся, собственно, к нашей таблице. Мы помним, что у нас на вход передается person ID. Давайте еще раз посмотрим, что такое person ID. То есть мы видим, что, например, person ID, он, например, принадлежит таблице customer. Мы можем не смотреть, какие там данные. Давайте предположим, что у нас есть customer с номером 12. Соответственно, если такого customer нет, то у нас ничего просто не вернется. И мы просто делаем select all, указываем название нашей функции, вот это multi-statement, вот она, и передаем в качестве параметра значение 12. Напомню, что в данном случае параметром у нас выступает person ID.
Итак, давайте выполним наш запрос, и мы получаем определенный результат. При желании вы можете детально разобраться с этой функцией, покопаться с ней, поработать с ней и посмотреть, как она более детально работает. Опять-таки, это более приведено в качестве примера. Какие у нас еще могут быть функции? У нас могут быть скалярные агрегатные функции. Вот здесь мы видим, что сейчас не создано ни одной функции. При этом пользовательская агрегатная функция – это та функция, которая возвращает скалярный результат, который является результатом вычисления определенных значений в наборе строк. При этом, как вы понимаете, почему она называется агрегатная? Потому что она включает встроенные агрегатные функции, имеется в виду встроенный в SQL сервер, такие как min, max, avg и так далее. К данному видео я прикреплю ссылку на документацию о создании определяемых пользователем агрегатных функций. Вы здесь можете ознакомиться и больше понять, что из себя представляют эти агрегатные функции. Как вы понимаете, чем дальше мы идем, тем темы становятся, скажем, более в чем-то сложные, а точнее на них требуется просто больше времени, чтобы разобраться. Поэтому моя задача в данных темах больше дать направление. Что еще сказать? Мы можем изменять наши функции. Для этого мы нажимаем правой кнопкой на наши функции и нажимаем Modify. Или опять-таки мы можем это прописывать кодом, как писать, например, alter function, указываем название функции и просто ее редактируем. Но если она создана, то, например, это удобнее делать уже через само меню. Напомню, что ключевое слово alter – это всегда относится к изменению. Будто это, например, таблицы, триггеры, процедуры, функции и так далее. Точно так же мы можем удалять наши функции, которые у нас существуют. То есть это можно делать через меню delete. При этом это мы можем сделать с помощью, скажем, правил хорошего тона, когда мы используем нашу встроенную функцию ObjectID с условием if и говорим, если такой-то объект с таким-то именем, и что это у нас, например, там inline function, если такой объект существует, то есть он не пустой, в таком случае мы удаляем нашу функцию. Если же он не существует, то функция не будет удалена. И что касается переименования функции. То есть, да, вы можете переименовать функцию, при этом помните то, что это стоит делать аккуратно. Потому что, когда вы переименовываете функцию, и если она используется в каких-то других местах, то она там автоматически не изменится. Там будет отсылка на старой функции, имя функции, которая уже не будет существовать. Поэтому в данном случае вам нужно пойти в те места, где у вас используется эта функция, и поменять имя вручную. Что же касается встроенной процедуры вроде бы там SP Rename, то для функций она не существует. То есть мы не можем с помощью кода поменять имя функции. Но опять-таки, как я уже сказал, с переименованием лучше быть аккуратно. Лучше всего, например, это просто, например, если вы можете отредактировать функцию внутри ее код, это хорошо. Но если вам нужно другое название, то вы удаляете функцию, создаете новую функцию, и это новое имя, например, прописываете в тех местах, где эта функция используется. И что еще сказать, это системные функции. На самом деле, вот здесь очень большое количество функций, и вы можете их использовать, смотреть, как они построены, что они делают. То есть это уже такие вспомогательные функции, которые помогают и облегчают нам нашу работу. Вы можете с ними ознакомиться самостоятельно. Какой еще особенностью функции является то, что мы не можем вернуть множественные результаты, как это, multiple result sets, в результате выполнения одной функции. Это ее особенность. При этом функция, она не может вызывать хранимые процедуры, а вот хранимая процедура, она может вызывать функции.
Что еще сказать? Функции не могут быть использованы, то есть она не поддерживает вот такие вот конструкции, и эти конструкции мы на сегодняшнем уроке разберем. И функции как бы непозволительные set вот эти операции. Как я уже немного говорил, пользовательская функция, она может быть вложенной. То есть функция одна, она может быть вызвана другой функцией. При этом максимальный уровень вложенности достигается до 32 уровней. Ну, это уже такая большая техническая особенность. При этом мы вот перед этим разобрали тему хранимые процедуры, а сейчас пользовательские функции. И у многих эти две темы, они немного как-то пересекаются. И сложно понять, чем же все-таки отличается хранимая процедура от пользовательской функции. Я составил такую небольшую табличку, чтобы показать отличие хранимых процедур от функций. Итак, в функциях мы можем возвращать только одно значение. В хранимой процедуре это не обязательно, может быть возвращено несколько. Функция она имеет только входные параметры, в то время как мы помним, хранимая процедура может иметь как input, так и output параметры. Как я уже говорил, функцию можно вызывать из процедуры. При этом функции мы не можем вызывать процедуры. То есть процедура не может быть вызвана из функции. Функции допускается только оператор select. В то же время, когда мы говорим о хранимых процедурах, то у нас еще кроме select добавляются DML-операторы, вроде бы insert, update, delete. Функция, она может быть встроена в оператор select, что имеется в виду? Вы помните, мы можем делать сразу, например, выборку из нашей функции. В процедурах нельзя использовать select. Функцию можно использовать в любом месте, в операторах SQL, например, where or have, а в хранимые процедуры нельзя. То, что я уже говорил, блок try-catch нельзя использовать в функциях, и сегодня мы эту тему разберем. В то же время блок try-catch можно использовать в процедурах. В функциях транзакций мы не можем использовать, в хранимых процедурах можем. И напоследок, в функциях мы не можем использовать динамический SQL и временные таблицы. В то же время в хранимых процедурах можно. Мы с вами разбирали временные таблицы, вот динамический SQL мы с вами не разбирали. Это уже отдельная тема, которая выходит за рамки данного курса. Итак, данная картинка будет сохранена и прикреплена к данному видео. В качестве завершения темы по пользовательским функциям я бы хотел привести практический пример, как мы можем использовать функции, а именно применять их к нашим данным в нашей таблице. Итак, давайте мы вот это все удалим сейчас. У нас есть такая задачка, у нас есть таблица, мы сейчас ее создадим, какая-то тестовая. В ней будет всего лишь один столбец. Это столбец текстовый с типом данных varchar. В эту таблицу мы будем добавлять какие-то текстовые строки. Это могут просто быть какие-то обычные значения. И наша задача сделать так, чтобы эти значения, они перевернулись. Имеется в виду сделать реверс. Что я имею в виду? Вот есть у нас такая задачка. У нас есть столбец input string, при этом varchar тип данных, и мы указываем максимально допустимое значение, которое может принимать тип данных varchar. То есть мы не пишем количество символов, например, там 255 или 300, не ограничиваем, то есть максимум. Таблица у нас называется reverse string, и столбец, который там будет, input string. И нам нужно фактически значение в этом столбце input string просто написать в обратном порядке. При этом мы не должны использовать функцию reverse. Что я имею в виду? Дело в том, что в SQL сервер, как и, например, в том же PostgreSQL, есть встроенная функция reverse. Вот, допустим, представьте себе, что у нас есть такой небольшой запрос select, есть функция reverse, и у нас есть вот такое вот срочное значение. Результатом выполнение этого запроса будет то, что значения выведутся в обратном порядке. Итак, мы получили вот определенный результат.
При этом наша задача сейчас стоит написать свою функцию, то есть не полагаться на встроенную, а написать и понять, как она работает. Для начала давайте мы создадим нашу таблицу. Вот она, тестовая таблица создана. Переходим в список tables, обновляем. И вот у нас есть таблица reverse string. Открываем, у нас здесь всего лишь один столбец. Сейчас я приведу код, и мы будем его разбирать. Я намеренно не пишу код по частям, чтобы действительно изначально была общая картина. Когда я что-то рассказываю, мы видели весь код и понимали, почему это так. Но при этом давайте для начала мы добавим в нашу таблицу, скажем, несколько значений. Вы можете добавить свои значения. Ну, допустим, давайте это будет команда insert int. Вот значение, опять-таки, которое мы использовали при функции reverse, мы хотим, чтобы наша функция, которую мы напишем, она возвращала такой же результат, то есть задан наперед. И взять какие-то, например, два предложения. Как дела? И мне нравится этот курс по SQL. И нам нужно просто в обратном порядке будет букву вывести. Итак, мы добавляем значение, только нужно захватить insert int. Итак, у нас три строки добавлены. Делаем select из нашей таблицы и убеждаемся в том, что это так. Да, у нас вот хранится три таких значения. Теперь давайте я скопирую код написанной функции, и мы ее вместе разберем. Итак, наша функция, она выглядит вот таким образом. Не стоит бояться ее размеров, на самом деле она не настолько большая. И давайте разбирать, что же будет у нас. У нас есть функция, вот, например, мы пишем ключевое слово create function, придумали ей название, например, reverse string. Обратите внимание, что здесь нету никакой связи с названием таблицы, потому что таблицы у нас хранятся в одном месте, функции у нас хранятся в другом. То есть вы можете придумать другое название, никакой связи с созданной таблицей это не имеет. Далее. На вход этой функции мы будем подавать некую строчку. И эта строчка, она у нас будет храниться в какой-то переменной, допустим, AOString. И тип данных у нее будет varcharMax. Почему varcharMax? Потому что мы хотим применять функцию к нашей исходной таблице, к столбцу inputString, у которого также тип данных varcharMax. То есть получится, что, допустим, мы передадим туда очень большой текст, и нам действительно нужно, чтобы если сам столбец вмещает эти данные, такие большие, такую большую текстовую строку, то чтобы наша функция могла обрабатывать такой тип данных, такую длинную строку, и не обрезала до указанного количества символов скобка. Поэтому мы ставим max. После этого мы говорим о том, что наша функция будет возвращать тип данных varcharMax. Как мы помним, return, она возвращает значение, а return возвращает тип данных. Так вот, наша функция будет возвращать тип данных varcharMax. Далее ключевое слово s. Далее мы пишем begin. Вот begin end. И внутри этой секции мы уже сейчас будем писать код. Сейчас мы его разберем. Обратите внимание, что я делаю форматирование, в результате чего наш код становится читать проще. Итак, что же мы делаем? Мы декларируем некие переменные. У нас будет две переменные. Одна переменная будет называться index, у нее тип данных будет int, а вторая, собственно, final result, это, собственно, наш результат уже перевернутой строки. И он будет также иметь тип данных varcharMax. Итак, что же такое индекс? Как мы знаем, когда у нас идет строка, опять-таки, это всего лишь название. Когда у нас идет строка, то у нас идет порядковый номер какого-то элемента. То есть, допустим, берем 1, 2, 3, далее пробел 4, 5, 6 и так далее. При этом у строки есть длина. Это количество всего символов. То есть в данном случае это вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. На всякий случай это можно проверить вот с функцией len, которую мы будем использовать. Давайте просто для примера я здесь напишу и убедимся, сколько у нас длина этой строки. В данном случае 12. Как я только что и сказал, когда я вручную посчитал. Итак, и, собственно, этот индекс, он будет у нас отображать номер, собственно, элемента в нашей строке. То есть, фактически, номер буквы. При этом мы будем делать отсчет в обратном порядке. Что я имею в виду? Мы сейчас до этого дойдем. Итак, мы объявили две наших переменных. И говорим, установить, что изначально наша переменная final result, в которой мы, собственно, и будем уже записывать результат поочередно вот этой, который, ну, значение, например, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы говорим, что по умолчанию это пустая строка. То есть, действительно, тут нет ни пробела, это просто текстовое значение. Мы говорим, что наша переменная – это обычное текстовое значение. Там сейчас ничего не хранится. При этом мы говорим, что наш индекс, наша переменная индекс, она по умолчанию, она равняется длине нашей строки, которую мы подаем на вход. То есть, как только что мы разобрали, что это 12, да? И в данном случае функция len, она возвращает число. То есть представьте себе, что если мы сейчас работаем с вот этой строкой, мы, допустим, подали на вход вот эту строку, то у нас результатом применения len вот этой строке будет число 12. И мы говорим, что индекс в данном случае по умолчанию равняется 12. А далее у нас начинается очень интересная конструкция, которую мы еще не разбирали. И все же я думаю, что, возможно, она знакома многим, скажем, языков программирования, возможно, вы до этого учили. Это понятие циклов. Для этого используется ключевое слово while, это один из циклов, который в переводе с английского означает пока. Далее идет определенные условия. И мы говорим, что пока у нас индекс больше или равно единице. Опять-таки напомню, индекс – это номер элемента. И мы понимаем, что первый элемент, он находится у нас под номером 1. Итак, пока у нас индекс больше или равно единице, а здесь вы помните, что он равняется другой длине по умолчанию, допустим 12, то мы выполняем определенные операции. Вот опять-таки структура begin n. Что же это за операция? И то есть вот этот код, сейчас мы разберем эти операции, вот этот код будет выполняться до тех пор, пока у нас индекс больше или равно единице. Разбираем этот код. Вот он begin. У нас происходит некая установка значения. Мы говорим, что наша строка final result, она равняется чему? В данном случае оно равняется текущему final result. В данном случае мы видим, вот по умолчанию это пустая строка. Плюс, а вот тут используется интересная функция substring для работы со строками. Substring, как вы можете даже с названия понять, это подстрока. То есть она возвращает нам что-то под строки. Принцип работы функции substring такой, что мы говорим, что в качестве первого параметра мы передаем нашу строку. В данном случае пусть это будет, например, how are you. Передаем и говорим, сколько, точнее, какого элемента нам нужно начинать отсчет, чтобы взять нужное количество знаков. В данном случае мы подставляем сюда нашу переменную индекс. А мы помним, что наша переменная индекс по умолчанию равна. Она равняется длине всей строки. А что такое длина строки? Если мы говорим, допустим, 12, это означает, что мы берем наш последний элемент. То есть, допустим, вот длина строки 12, и вот наш элемент, знак вопроса. И третьим параметром в этой функции мы передаем количество знаков, которые нам нужно взять с этой позиции. В данном случае мы пишем 1. И что у нас получается? У нас получается вот есть некая
ну, опять-таки, наша переменная final result, и мы в нее записываем значение, вот сначала пустое значение по умолчанию. И говорим, что из некой строки, которую мы подаем на вход, нам нужно взять последний элемент, который, собственно, вот он и равен длине нашей строки, и указать, сколько символов, начиная с этого, нам взять. Ну, мы берем только один. Опять-таки, с работой этой функции вы можете детально еще ознакомиться. И после того, как мы выполнили определенную операцию, мы говорим о том, что давайте мы уменьшим наш индекс. То есть наш индекс, он по умолчанию равнялся длине 12. Теперь мы говорим, что мы как бы перезаписываем. Вот такая вот форма записи. То есть мы говорим, индекс, наша переменная, равняется текущему значению индекса, в данном случае 12, минус 1, то есть будет 11. И как только эта операция закончена, у нас код снова возвращается уже до вот этой части. При этом вот эта часть, она уже не используется. Это было значение по умолчанию. Итак, мы понимаем, что теперь на примере вот этой строки, например, холодильник, у нас уже значение индекса, то есть номер символа, уже на один меньше. В данном случае, например, 11. И мы возвращаемся к нашему циклу while, пока, и мы проверяем, индекс по-прежнему больше или равно единице. А мы знаем, что он у нас 11. Да, по-прежнему больше или равно единице. И мы снова начинаем выполнять определенные операции. Только при этом мы помним, что на предыдущем этапе у нас final result, что у нас записался. Если значение по умолчанию было пустая строка, то туда записался, например, знак вопроса. Опять-таки, мы сейчас на примере рассматриваем вот эту строку. То есть мы взяли наш индекс, который равнялся длине всей строки. И этот индекс, номер элемента, он был 12 и равнялся вот значению, символу, знаку вопроса. И мы сказали, что взять нашу переменную final result, записать значение, которое было изначально, и взять некую подстроку из нашей строки. Начать отсчет нашего символа, например, 12, и взять один символ. То есть это 12 символ. А тут мы уменьшаем строку. Мы уменьшаем индекс на 1. И что у нас происходит? Пока у нас работает цикл, у нас вот эта переменная, она постоянно перезаписывается. Только это происходит в обратном порядке. Как мы только что уже с вами обсудили, в том, что, допустим, индекс у нас уже равняется 11. И, соответственно, мы говорим, что наша переменная final result равняется значению переменной предыдущего этапа, в данном случае знак вопроса, плюс подстрока из нашей строки, только уже с индексом 11. А с индексом 11 это означает, допустим, вот, вот этот символ. И какое нам количество символов нам нужно взять, начиная с этой подстроки, с этого элемента? Один. Вот мы его выводим. И теперь у нас в нашей переменной уже будет храниться результат. Знак вопроса и буква U. То есть в обратном порядке. И далее мы по-прежнему изменяем индекс. И так мы все делаем, 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 пока у нас соблюдается вот это условие. То есть пока у нас индекс больше или равняется единице, мы выполняем вот эти операции и уменьшаем при этом индекс. И таким образом у нас работает цикл вот этот, вот эти все операции у нас повторяются, пока у нас выполняется вот это условие. И доходим мы, например, до условия, когда у нас индекс уменьшался с каждой операции и стал, например, единица. Мы возвращаемся наверх и говорим, индекс больше ли равняется единице. И по-прежнему условие еще выполняется, и мы в последний раз проходимся по нашему циклу и также, допустим, перезаписываем нашу переменную final result. И потом по-прежнему у нас индекс уже уменьшается 1 минус 1, 0. И мы возвращаемся наверх и говорим, 0 больше или равно единице? Нет. И как только это происходит, тогда у нас вот эта работа цикла заканчивается. И у нас возвращается, собственно, наш сформировавшийся результат, который хранится в переменной final result. И после этого мы пишем end, и вот эта структура вся заканчивается. То есть вот таким вот образом работает функция. И давайте мы теперь ее выполним.
Это, возможно, я уже создавал эту функцию, и она уже создана. Давайте попробуем обновить. У нас ругается на то, что у нас уже существует объект такой. Наверное, все-таки лучше не создавать функцию и таблицу с одинаковым именем. Давайте у нас будет функция, например, будет называться myReverString. В принципе, да. Давайте попробуем теперь выполнить. И мы видим, что у нас команда создана. Обновляем список значений. И мы видим, что вот она, наша функция. И на вход подается вот такой вот параметр aoString. Опять-таки, в случае чего мы можем посмотреть, как у нас создана функция, мы можем ее модифицировать, что-то изменить. А теперь, как мы будем работать. А точнее, как именно применить к нашей таблице, к нашим значениям нашу функцию. Вы помните, что мы можем просто писать определенный запрос select. И как это делается? Наша функция, вы помните, она пишется в круглых скобках. Только давайте мы сделаем вот так, мы же имя поменяли. Вот. Наша функция, она имеет название myReverString, и на вход мы ей подаем определенное значение. Только в данном случае мы это значение не вводим вручную, как мы, допустим, это делали в случае, вот, допустим, функции reverse. Мы просто написали в скобочках вручную какое-то название. А в данном случае мы говорим, что нам взять это значение с нашей таблицы reverse string. Итак, значение столбца input string, а название таблицы reverse string. Вот она, наша таблица reverse string и столбец input string. И давайте посмотрим, что у нас будет. Делаем выборку. Чтобы не было этой ошибки, давайте точно указываем схему, где хранится наша функция, а именно database object DBO. И попробуем теперь выполнить нашу функцию. Итак, что мы видим? У нас все значения перевернулись. Давайте для наглядности мы сделаем выборку из нашей таблицы и выполним вот такие вот два запроса. И что мы видим в результате? Мы видим, что наши значения в нашей таблице, они именно повернулись. Вот как один еще пример, как мы можем использовать наши функции. Надеюсь, это было понятно и интересно. А теперь мы переходим к теме транзакции и обработки ошибок. Итак, что такое транзакция? На данном видеокурсе это слово уже упоминалось, и для многих из вас оно наверняка знакомо. Можно сказать, что транзакция – это некая единица работы. Данное понятие вы наверняка встречали, когда, например, имели дело с банками. И, в принципе, достаточно часто, когда эту тему объясняют, именно тему транзакции в SQL, как раз и приводят пример транзакции именно с банком, чтобы понять лучше наглядно, как это происходит. Представьте, что вы решили перевести деньги своему другу, и вы заходите, например, в мобильное приложение банка и указываете номер счета своего друга и переводите деньги со своего счета на его счет. Это пример транзакции, некоторой операции. И что в этот момент происходит? Деньги с вашего счета, они списываются и попадают на счет другому человеку. То есть происходит, грубо говоря, две операции. Снятие и зачисление. Снятие с одного счета, зачисление на другой счет. Если транзакция проведена успешно, то данные обновляются. В данном случае с вашего счета минусуется определенная сумма, и данные обновляются, у вас уже на счету меньше денег. В то же время на счету другого человека они прибавляются. При этом, если происходит какая-то ошибка, то данные возвращаются в исходное положение. Поэтому и говорят, когда говорят о транзакциях, то в этом контексте употребляется понятие «все или ничего». То есть, либо у нас транзакция успешна, либо мы все отменяем. Опять-таки, практическим примером может быть то, что вот вы отправили деньги, и они должны дойти. То есть, не может быть такое, что с вас деньги списались,
а другому человеку не дошли, и непонятно, где они зависли. Если такое происходит, имеется в виду неизвестно, то есть данные не обновляются, и деньги второй человек не получил, то операции все отменяются, и все возвращается в текущее состояние, которое было до транзакции. То есть деньги, которые, возможно, сняты с вашего счета, они возвращаются вам на счет, и после этого вы можете совершить еще одну попытку. Когда мы пишем наши запросы, то у нас также своего рода открывается транзакция и закрывается транзакция. И если что-то невозможно сделать, то транзакция откачивается в предыдущее состояние с отображением конкретной ошибки. При этом мы можем контролировать эти транзакции и писать самостоятельно запросы с учетом транзакции. Как это делать, давайте просто посмотрим на примере. Давайте возьмем какую-то нашу таблицу. Допустим, вот у нас есть таблица Sales, схема Sales, таблица Credit Card. У нас есть 6 столбцов. Давайте сделаем выборку из этой таблицы. Итак, что мы видим? Мы видим некий идентификатор карты, видим тип карты, номер ее, месяц, когда она истечет, ее срок действия, и также год истечения. И какая-то данная о модификации данной записи в нашей базе данных. Так вот, представьте, что я хочу поменять некие данные. Пусть это будут данные, например, я 2005 год хочу поменять, например, на 2025. Мы знаем, что мы это можем сделать с помощью такого запроса, как update. То есть мы обновляем нашу таблицу и говорим установить какой-нибудь год, например, равный 2025, для тех, где год равняется 2005. Давайте просто для примера обновим. Итак, у нас было изменено целых 4743 строчки. И теперь, если мы поменяем, то мы увидим, что вот данные, они изменились на 2025 год, там, где было значение 2005. При этом с помощью транзакции мы можем контролировать сам процесс изменений и не вносить изменения в базу данных, если они нам не нравятся. То есть сейчас мы видим, что данные успешно внесены. Давайте мы вернем в исходное состояние, но сделаем это с помощью запроса. То есть теперь у нас 2025 год, а мы хотим установить 2005, как и было. Давайте обновим. И у нас 4743 строчки снова обновили. Делаем выборку из нашей таблицы и получаем тот же результат, который у нас до этого был. Опять-таки, это при условии, что в таблице до нас не существовало значений, например, 2025. Ну, мы видим, что данная выборка, она, в принципе, это какие-то достаточно старые данные о кредитных картах. Как же мы можем проделать эти операции, но попрактиковав именно применение транзакций? Для того, чтобы начать транзакцию, в SQL существует слово, такая комбинация, как begin transaction. Мы открываем транзакцию, мы начинаем делать что-то. После этой команды мы пишем какой-то SQL-запрос, а далее мы говорим, нам нужно, например, завершить транзакцию, то есть внести изменения в нашу базу данных. При этом мы можем также отменить наши изменения, но при этом мы это можем сделать не после того, как сделали коммит, потому что коммит это уже вносит определенные изменения в нашу базу данных, например, в нашу таблицу. Rollback мы можем применить на этапе, когда вот мы открыли транзакцию, выполняем какой-то код, видим определенный результат, и он нам не нравится. И мы говорим rollback transaction, и тогда транзакция в принципе отменяется, и тем самым она закрывается. Либо же мы понимаем, что данные измененные нас устраивают, и мы нажимаем commit transaction, выполняем, и все успешно завершается, и обновление в таблице происходит. Давайте это просто рассмотрим на примере. Итак, эту часть мы комментируем пока. Напишем предыдущий запрос, который мы делали. И также будем обновлять 2005 год на 2025. Только для тех случаев, где у нас тип карты не равняется Vista. То есть нам нужно обновить
все, кроме вот этой. Как мы это можем сделать? Опять-таки, мы используем ключевое слово begin transaction. Мы начинаем транзакцию. После этого мы пишем определенный код, который нам нужно сделать. А после этого, опять-таки, мы можем выполнить команду commit transaction либо rollback transaction, в зависимости от того, что если наш результат устраивает нас или не устраивает. Как видите, я эти части закомментировал, потому что мы их будем отдельно выполнять уже в зависимости от того, что понравятся нам результаты или нет. При этом, что интересно, когда мы открываем транзакцию, то стоит понимать, что в данный момент работа с данной таблицей, она блокируется. Почему? Потому что происходит некое обновление, и транзакция еще не завершена. Это стоит учитывать, что в принципе транзакции, они блокируют доступ к данным. Как это мы можем проверить? Итак, у нас есть, собственно, выборка из нашей таблицы. Давайте мы создадим новую сессию, вот в новом окне, и сделаем выборку из этой таблицы. Вот мы сделали выборку и получили 19118 строк. Теперь что мы делаем? Мы ведь не обновляем сразу данные, а мы открываем только транзакцию, в которой попытаемся обновить данные. И если нам все устроит, тогда мы выделим вот эту строчку без комментария, просто вот эту строчку, нажмем execute, и в данном случае транзакция завершится, вот она началась, вот она завершится, с применением всех вот этих данных, которые изменяются в результате выполнения этого запроса выше. При этом, если нам что-то не понравится, мы выделим вот эту часть, и откатим нашу транзакцию, чтобы она не применялась. Опять-таки, нам в любом случае нужно будет нажать либо commit, либо rollback, потому что оставлять открытые транзакции – это достаточно плохая практика. Особенно если, допустим, вы работаете в команде, то вы понимаете, что если вы открыли транзакцию, работаете с ней и не закрыли ее, то другие просто не получат доступ к ней. Как это все-таки проверить? Вот эту часть мы пока вообще не выполняем, она закомментирована. Давайте мы вот откроем транзакцию на выполнение определенных данных нашей таблицы кредит-карт. Обратите внимание, пока я не начал транзакцию, мы можем делать выборку из нашей таблицы. То есть, видите, я выполняю запрос, и у меня получается, выводится результат более 19 тысяч. Теперь я начинаю транзакцию и пытаюсь обновить определенные данные. Заменим 2005 год на 2025 для карт, которые не называются Visa, для всех, кроме Visa. Итак, я выполняю эту команду. Мы видим, что у нас 3517 строк как бы обновлено, но это нам показывает такая вот визуальная информация. На самом деле данные в базу еще не внесены. И как это проверить? Мы переходим на новую вкладку и давайте попробуем выполнить наш запрос просто к нашей таблице. Что мы видим? Мы видим некую надпись Executing Query, то есть у нас запрос выполняется. На самом деле он будет выполняться так бесконечно. Почему? Потому что пока у нас открыта транзакция, мы работаем с нашей таблицей, то данные блокируются. Никто не может получить доступ к данной таблице, пока транзакция не закрыта. А закрыть мы ее можем путем либо commit transaction, внести определенные изменения, либо rollback transaction, откатить определенные изменения. Поэтому в данном случае, чтобы остановить вот эту попытку получить данные в нашей таблице, мы нажимаем cancel execution, нажимаем stop, и у нас написано, что запрос был отменен пользователем. Возвращаемся к нашей транзакции. То есть мы видим, что у нас, допустим, 3517 строк обновлено, но мы не можем посмотреть, какие. И мы можем в нашу транзакцию также добавить оператор select, который будет после выполнения вот этой операции делать выборку из нашей таблицы и показывать, как у нас будут выглядеть результаты, если мы нажмем, например, commit. Если же нажмем rollback, то у нас результаты вернутся в исходное положение. То есть, что мы делаем? Давайте посмотрим выше, вот скопируем наш запрос и скопируем его сюда. Кстати, обратите внимание, что перед этим я открывал транзакцию. Давайте ее закроем. Просто отменим все, что было. Нажмем execute. Мы пишем,
мы видим сообщение, что команда успешно выполнена. И теперь, пока что мы транзакцию, которую мы начинали, мы закрыли. Если мы сделаем выборку из нашей таблицы, то мы получим данные. То есть все, у нас данные не блокируются. В данном случае транзакции нет открытой. И что мы добавляем в нашу новую транзакцию? Мы добавляем просто выборку определенных результатов. Давайте снова открываем, выделяем. И видите, какой результат? Что кроме того, что у нас обновляются некие данные, вот вкладочка, например, где мы видим 3517 role affected, это результат выполнения вот этого первого запроса, а вот это результат выполнения второго запроса. Это вывод всех наших данных с нашей таблицы. И мы на вкладке Results видим результаты. Что мы видим? Мы видим, что там, где было значение 2005, оно поменялось на 2025. При этом для значений, для типов карт Vista, значения по-прежнему остались 2005. Еще раз хочу обратить внимание, на данный момент у нас открыта транзакция. Если мы попытаемся сделать выборку из нашей таблицы, то мы увидим такой вот бесконечный цикл попытки получить данные из нашей таблицы. Но это не произойдет, потому что у нас данные заблокированы на данном этапе. Поэтому останавливаем. И тут мы говорим о том, что если нас все устраивает, то давайте сделаем commit transaction. Для этого мы просто выделяем вот эту строчку. Ну, то есть мы ее можем, например, раскомментировать. И выделяем эту строчку. И говорим, что нам нужно завершить транзакцию и внести определенные изменения. Если вас что-то не устраивает, тогда вы можете просто rollback транзакцию сделать. Итак, выделяем эту часть, нажимаем execute. И видим сообщение на экране, что команда выполнена успешно. Переходим снова на нашу вкладку, где мы делаем выбор данных из нашей таблицы. Делаем выборку, видим, что результат теперь успешно выполняется. И мы видим, что данные у нас уже обновлены. То есть они уже на физическом уровне сохранены, вот такие вот значения. Возвращаемся на нашу предыдущую вкладку. Давайте еще приведем пример. Эту часть я комментирую. То есть я, как я сказал, вы можете просто выделять определенные части и выполнять их. Тогда SQL сервер будет выполнять именно ту часть, которую вы выделили. Итак, давайте еще раз смотрим пример. То есть мы начинаем некую транзакцию. Кстати, транзакциям можно давать имя, чтобы потом, например, их отслеживать. Допустим, мы хотим удалить некого кандидата на работу. И даем имя транзакции, вот она будет, delete job candidate. Любое имя придумывается. Далее мы пишем команду, что нам нужно delete из таблицы такой-то. Но что нам нужно удалить? Нам нужно удалить только ту строку, где job candidate ID, то есть идентификатор кандидата на работу, равняется 13. Давайте изначально посмотрим на нашу работу, на наши данные в нашей таблице Human Resources Job Candidate. Для этого просто, например, выше мы добавим такой вот запрос и посмотрим, что же там хранится. Мы видим, что на самом деле это достаточно такая очень небольшая табличка. И мы видим, что здесь всего лишь 13 записей. И вот есть, например, у нас job кандидат ID 13 под номером 13, и мы хотим вот эту строчку удалить. Но поскольку мы работаем с транзакцией, то нам нужно записать, ну, мы напишем, например, commit transaction, либо rollback transaction. Вы уже пишете то, что вам нужно, либо commit, либо transaction. И что мы делаем? Мы начинаем открывать транзакцию и выполняем ее. И у нас написано, одна строчка обновлена. Ну, в данном случае задействована и внесены определенные изменения. При этом какая, мы опять-таки не знаем. И при попытке получить доступ к нашей таблице, мы получаем данные из нее. Это интересно. Мы не сделали commit, а доступ все-таки есть. Давайте убедимся, что у нас закрыта транзакция по предыдущему запросу. Так, у нас запрос выполняется. Теперь запрос по этой операции, он также выполняется. Давайте попробуем удалить, например, 12-го кандидата, но мы
открываем только транзакцию, даем ей определенное имя. И нажимаем выполнить. Так, одна строчка effected. Давайте попробуем на другой вкладке получить доступ. Да, все верно. То есть доступ нельзя получить именно из другой сессии. То есть это говорится о том, что когда вы работаете с транзакцией, конкретно вы на проекте, то другие люди, у них другая сессия, они не могут получить доступ к этой таблице. Но при этом вы можете получить. Но важно понимать, что транзакция все еще как бы не завершена. То есть да, в данном случае, когда мы здесь выводим, мы видим, что у нас значение там 12-13, оно удалено. Но на самом деле это доступно только в вашей сессии. То есть вы можете вот этот select перенести внутрь транзакции и сразу видеть результат. Поэтому, чтобы завершить ее и чтобы другие видели изменения в нашей таблице, вы должны сделать, например, commit transaction либо rollback transaction. Давайте попробуем сделать rollback transaction. Вот, команды успешно выполнены. Теперь получаем доступ к нашей таблице, и мы видим, что у нас и 12, и 13 значения, они вернулись в предыдущее, прежнее положение. Смотрим в новой сессии, делаем выборку из нашей таблицы. Теперь мы можем получить данные к нашей таблице, то есть другие люди могут получить, потому что у нас транзакция закрыта. В данном случае мы ее откатили, потому что мы подумали, что мы не хотим удалять этих людей из нашей таблицы. То есть благодаря транзакциям мы можем вот этот контролировать процесс обновления данных. Кстати, обратите внимание, что здесь мы могли конкретно указывать, почему мы задавали имя. То мы можем сказать, что, например, задав имя определенным транзакциям, мы можем определенный закоммитить, а определенный откатить. Поэтому в прошлый раз, поскольку мы просто работали с одной транзакцией, да, пусть мы ей указали имя, но мы работали с одной транзакцией, то работала команда просто commit transaction. У нас существующую одну открытую транзакцию мы либо применяли, либо откатили обратно. Но при этом вы можете вот использовать такую конструкцию и дописывать имена транзакции, которые вы задаете после словосочетания begin transaction. Итак, идем дальше. Что еще можно делать с транзакциями? Мы можем делать промежуточные сохранения. Что-то вроде бы такого, знаете, чекпоинта. Помните, кто играл, допустим, в компьютерные игры, вы можете сохраниться, а потом вернуться в текущее положение, в такую сохраненную точку. Так вот, для этого используется слово save, где мы говорим save transaction и указываем имя точки, в которой мы хотим сохранить текущее положение вещей, которые у нас есть, текущее положение изменений. Кстати, обратите внимание еще то, что вместо слова transaction вы можете просто писать tran, как бы сокращенно. Ну, я не буду на этом акцентировать внимание, просто для информации вам говорю. Мы все же будем в дальнейших примерах использовать полное слово transaction. Давайте я скопирую такой вот готовый код, такую заготовку, и мы будем ее разбирать, чтобы я просто вручную это не набирал и не тратил ваше время на ожидание, пока я наберу код. Итак, у нас есть вот некая понятие. Мы открываем транзакцию, и мы хотим получить выборку из нашей таблицы Human Resources Job Candidate. Давайте я пока не начинаю транзакцию, я просто покажу, что хранится в этой таблице. Мы уже знакомы с этой таблицей, здесь хранится всего лишь 13 записей. Так вот, я хочу открыть транзакцию, вывести содержимое исходной таблицы, в котором она сейчас есть, и сохраниться. То есть написать ключевое слово save transaction и дать имя некоторой такой точки сохранения. В данном случае пусть это будет save point 1. Вы можете придумать любое название. Ну, давайте это так сделаем. Давайте я выделяю вот этот текст. И вот у меня вывелись текущие данные, которые у меня есть. При этом я сохранился. И что мы теперь сделаем? Давайте из этой таблицы, опять-таки у нас сейчас транзакция по-прежнему открыта, мы работаем, из этой таблицы мы удалим кандидата под номером 12. Вот, мы видим, что одна строчка удалена. Давайте проверим, что же
нас получился в результате. Опять-таки, я работаю сейчас в текущем окне, и поэтому я могу посмотреть результат. Execute. Мы видим, что цифра 12, она пропала. То есть этой строчки нету, при этом мы транзакцию еще не завершили. И мы говорим, а давай-ка после удаления мы еще сделаем некую точку сохранения. И назовем ее Save Point 2. Итак, делаем. Команда выполнена успешно. То есть мы снова сохранили. Делаем выборку по-прежнему из нашей таблицы, из текущей сессии. И мы видим, что у нас по-прежнему нет 12 точки. Но транзакция еще не завершена. А теперь интересный момент. Мы хотим взять и откатиться до транзакции, но при этом, чтобы точка сохранения была вот эта Save Point 1. Давайте пролистаем вверх и напомним, что такое Save Point 1. Save Point 1 – это результат, как только мы открыли транзакцию, выбрали все данные из нашей исходной таблицы без изменений и сохранили изменения. Если сейчас у нас в таком промежуточном этапе у нас 12 строчки нет, но мы еще не применили эти изменения. И давайте вот мы нажимаем Rollback Transaction Save Point 1. И сейчас мы откачиваемся назад к нашей точке сохранения под названием Save Point 1. И в данном случае теперь смотрите, если мы делаем выборку, то видите, у нас снова возвращается наша вот эта строчка 12. Единственное, не забываем закрыть транзакцию, чтобы она была доступна для других. Так, нажимаем Commit Transaction. В данном случае транзакция у нас завершена. При этом мы фактически ничего не меняли. Хотя это я поспешил. Нам на самом деле commit не нужен. Почему? Потому что мы использовали rollback transaction, и у нас уже транзакция откатилась до текущего состояния. Давайте это проверим. Можем ли мы получить доступ к нашей таблице из предыдущей сессии? Да, пока можем. Давайте еще раз все проделаем. Открываем транзакцию, делаем точку сохранения. Удаляем определенные значения, снова сохраняемся, смотрим выборку, строчка якобы удалена, и мы откатываемся в предыдущее положение, которое было, и смотрим на текущее состояние таблицы. Зачем это я все сделал? Чтобы убедиться, что после rollback transaction и возврата к определенной точке сохранения у нас будет доступ этой таблице у других людей. Поэтому мы переходим на другую вкладку и пробуем получить доступ. Да, все время. Все верно получается. То есть, когда мы написали rollback transaction, мы тем самым откатились до определенного состояния и завершили нашу транзакцию. Поэтому commit transaction в данном случае нам не нужен. На этом такое введение в тему транзакции закончено. Опять-таки, я больше показал направление о том, что такое транзакции и как с ними работать. Для более детального изучения и более углубленного понимания вы можете обратиться к документации и продолжать изучение работы с транзакциями. А сейчас мы переходим к теме, как такой теме, как обработка ошибок, либо на английском error handling. Эту часть кода я просто удалю, при этом к видео будет прикреплен полностью файл со всем кодом, который мы используем на данном уроке. Кстати, вдогонку о транзакциях хочу еще сказать, на что можно обращать внимание, на то, что когда вы открыли транзакцию и внесли какие-то изменения, по вкладке Messages и по вот этому надписи Role Effect, это можно понять, вообще изменились ли у вас какие-то данные. Потому что если у вас, например, 0 role affected, то по сути у вас ничего не поменялось. И вам можно либо как сделать, например, rollback transaction откатить, либо commit transaction. Потому что никакие изменения не внесены. А теперь переходим именно к теме обработки ошибок. Она не будет такой большой, как предыдущие темы. В чем суть этой темы? В SQL сервер данные об ошибках выполнения SQL запроса, они хранятся в определенных переменных, так называемых глобальных переменных. Вы это слово «глобальный» уже встречали в контексте, когда мы разбирали тему временных таблиц. И вы помните, что
несмотря на то, что это были временные таблицы, мы использовали знак решетки и название таблицы, который говорил о том, что это локальная временная таблица, и она недоступна из других сессий. В то же время две решетки означало, что это глобальная временная таблица, и она доступна из других сессий. Тем не менее, все равно это временная таблица, и она удалится, если вы закроете Management Studio. Но мы сейчас не о временных таблицах, а о глобальных переменных. Так вот, также вы помните, что переменные мы обозначаем вот такой буквой собачкой. И это фактически локальные переменные, которые мы создаем. Но также есть вот такие вот глобальные переменные, которые обозначаются как две собачки. Это некие системные переменные, в которых могут храниться определенная информация. И такой переменной является глобальная переменная error, которая хранит определенные значения в зависимости от того, что успешно выполнился наш SQL-запрос или нет. То есть есть вот некая такая переменная, глобальная переменная error, и если ее значение равняется нулю, тогда все у нас успешно выполнилось. Если единицы, тогда у нас есть какие-то ошибки в SQL-коде. Зачем нам нужно это все знать? Дело в том, что обработка ошибок в SQL-сервер дает нам возможность контролировать выполнение нашего SQL-кода. И этот своего рода контроль может заключаться в том, что либо мы можем просто получить более детальную информацию о том, что же произошло, либо мы можем решить, что нам делать в случае ошибки. И в данном случае написать, например, какой-то код и сказать, что в случае ошибки у нас выполняется вот следующий код. Для этого, кстати, и существует такое понятие, такая группа операторов, как try and catch, которые мы уже упоминали, и мы чуть дальше их разберем на примере. К слову о глобальных переменных. Что это еще такое? Это на самом деле предопределенные системные функции, которые уже существуют в SQL-сервере. Давайте вот эту часть закомментируем. Давайте рассмотрим такой вот, казалось бы, объемный пример, но на самом деле он несложный по обработке ошибок. Итак, мы декларируем некую переменную, называем ее error result. Это будет глобальная переменная с нашим названием, которая будет хранить впоследствии именно ошибку, которая произошла. И это будет делаться, если мы сейчас ниже опустимся, то увидим, что вот мы говорим установить в эту нашу переменную значение вот этой системной предопределенной функции, то есть системной глобальной переменной. Вот если мы даже наводим на нее, то у нас как бы появляется информация global variable. При этом видим, что наша переменная, она вот error result, оно все равно локальное, потому что переменной с такой названием в системе нету. Я имею в виду среди списка глобальных. Давайте пока мы уберем один символ собачки. Попробуем таким образом. И, кстати, обратите внимание, почему у нас все время group by выскакивает в качестве ошибки, потому что, да, это как бы часть group by, и он думает, что в данном случае идет ошибка синтаксиса, что мы не дописали слово часть by. Поэтому в данном случае, чтобы нам сказать, что это все-таки столбец, а не часть некой команды, то мы берем его в квадратный скоб. Итак, что у нас происходит в данном коде? У нас декларируется некая переменная, вот она, называем ее результаты ошибок, которая может вмещать в себя текстовые данные не больше, чем 50 символов. И вот у нас начинается транзакция. В транзакции что мы делаем? Мы вставляем данные в нашу таблицу Sales Territory из схемы Sales. И какие данные мы вставляем? Мы вот перечисляем все вот эти столбцы, куда нам нужно данные вставить, и соответствующие значения каждому столбцу. То есть name у нас будет соответствовать вот это значение, US
для country region code и так далее. И modified date мы будем вставлять просто текущую дату, которая будет генерироваться с помощью встроенной функции getDate и будет возвращать нам тип данных dateTime. Вот, когда мы это все вставили, видите, большую часть кода на самом деле занимает просто вставка данных в нашу таблицу. И это всего лишь одна строчка. Далее мы говорим, что присвоить нашей переменной результат нашей глобальной переменной error. Как мы помним, в ней хранится значение либо 0, либо 1. А далее мы начинаем немного как бы обрабатывать нашу ошибку. Есть такой оператор if, который говорит если. И он говорит, если наше значение переменной, которое вот мы создали, выше задекларировали, если оно равняется нулю, тогда мы делаем определенную часть кода, begin, end, и говорим, например, print, success, у нас все выполнится успешно, и в данном случае мы говорим commit transaction, то есть мы коммитим нашу транзакцию, мы завершаем ее, и в результате у нас данные вставляются в нашу таблицу sales territory. После if, вот мы определенные условия перебрали, если равняется нулю, тогда мы выполняем вот эту часть. Else означает, что мы делаем в случае, если в нашей переменной error result хранится не 0, а что-то другое. Ну, например, в данном случае единица. Потому что глобальная переменная error, она хранит только значение 0 либо единица. И вот, если error result не равняется единице, не равняется нулю, а равняется единице, тогда мы говорим о том, что наш SQL-запрос провален, то есть есть какие-то ошибки, и мы откатываем транзакцию, и в итоге наши данные, они просто не добавляются в таблицу. Давайте для начала мы просто сделаем выборку из нашей таблицы и посмотрим, что там хранится в ней. Итак, смотрим на нашу таблицу. Мы видим, что в ней находится всего лишь 10 строчек, а мы хотим добавить в нее 11 строчку. Давайте найдем нашу таблицу в списке, вот Sales Territory. Кстати, если обратить внимание, то, вероятно, на столбце Territory ID стоит AutoIncrement. Давайте мы это проверим. Выберем скрипт table s, create to, новый запрос. Да, действительно, у нас стоит auto-increment. То есть принудительно мы не сможем добавить значение в этот столбец, но мы в него и не добавляем. То есть, как вы видите, мы начинаем добавлять name, а territory ID, он у нас автоматически добавится и будет 11. Давайте попробуем сделать какую-то намеренную ошибку в нашем SQL-коде. Например, мы просто удалим запятую. То есть мы понимаем, что в данном случае это будет синтаксическая ошибка. И в обычной ситуации у нас бы не выполнилась бы эта операция вставки данных. Почему? Потому что у нас, собственно, пропущена запятая. И что мы сделаем? Давайте мы сейчас выделим все наши данные. Вот, начиная с момента декларирования нашей переменной, открытием транзакции, добавлением данных, присвоением значения глобальной переменной error нашей переменной и далее конструкция обычной наши условия. Итак, пробуем выполнить. В данном случае это не так работает. Ошибка, она отслеживает не синтаксис. Поэтому давайте вернем нашу запятую. А именно то, что можем ли мы вставить данные. Поэтому давайте просто выполним наш запрос. И что мы видим? Мы видим, что одна строка добавлена. И выводится сообщение, которое мы вот здесь ввели. Success, то есть успешно. Но давайте еще вернемся на нашу таблицу. Посмотрим, добавились ли у нас результаты. Да, у нас добавилась вот 11 строка.
Давайте попробуем еще раз выполнить нашу операцию вставки данных. И в данном случае мы получаем ошибку. И мы это не можем сделать по той причине, что у нас добавляется дубликат в наш объект, в нашу таблицу Sales Territory в схеме Sales, в которой существует уникальный индекс вот с таким названием. И оно говорит о том, что duplicate key value из ABC. И у нас выводится ошибка о том, что наш statement, он провален, failed. И в данном случае у нас используется rollback transaction. То есть это больше простой пример, как это все работает. Схему обработки ошибок можно углубляться дальше, если есть такое желание. Теперь я кратко хотел бы упомянуть то, что я уже говорил. Это такая вот конструкция, как try-catch. Что это означает? Вот она пишется вот таким вот образом. Try-catch. По сути, данная конструкция, она также позволяет нам отлавливать ошибки. Что она из себя представляет? То есть у нас есть блок try, который мы говорим, что давайте попытаемся выполнить какой-то код, а если у нас не получится, тогда мы выполним код, который находится у нас в секции catch. Чтобы не усложнять, давайте мы возьмем наш предыдущий пример. Вот мы скопируем begin transaction вот до этого значения. То есть в данном случае мы не будем пользоваться нашей глобальной переменной error. Так, try catch пока убираем. Вот у нас есть такой вот запрос begin transaction. И давайте в конце мы напишем commit transaction. То есть у нас завершается транзакция. То есть у нас будет попытка вставить данные в нашу таблицу, а точнее одну строчку. При этом мы будем пытаться это сделать, и это мы будем делать в блоке try. Как это делается? В данном случае вот у нас есть некий запрос. Давайте немножко опущу, чтобы было видно весь запрос. Вот наш, собственно, SQL запрос. И перед началом мы пишем, например, begin try, то у нас начинается попытка, а в конце идет у нас end try. Попытка выполнить запрос у нас заканчивается. После этого мы пишем конструкцию catch. Что у нас будет выполняться, если данный запрос выше, он не выполнится. Давайте только для наглядности мы отформатируем наш запрос, чтобы более видно было, что происходит. Итак, у нас вот есть begin and try, а внутри него вложена вот эта вот конструкция. После этого мы пишем такую вот конструкцию. Begin catch and catch. То есть начинается секция catch. И вот она заканчивается. И внутри нее мы пишем о том, что выводим сообщение о том, что ну, просто информация о том, что в принципе здесь вот выводится информация и блок catch, он срабатывает. И в данном случае у нас откатывается транзакция. Это при том случае, если у нас код секции try не выполнился. Итак, давайте попробуем выполнить наш запрос. Получаем один row affected. Попробуем выполнить еще раз. И мы видим о том, что 0 row affected и сработала как раз операция из секции catch. Второй раз мы не смогли это вставить, потому что у нас получился бы дубликат значения. Давайте просто сделаем выборку из нашей таблицы. И посмотрим, что у нас сейчас здесь хранится. И мы видим, что у нас единожды наша последняя строчка добавлена.
А при второй попытке у нас, соответственно, получается ошибка, потому что мы не можем добавить дублирующиеся данные, и у нас происходит срабатывание вот этой части блока catch. У нас выводится сообщение соответствующее и откатывается наша транзакция. Итак, давайте мы еще раз попробуем выполнить наш код. И да, действительно, получаем информацию catch statement entered. Кстати, обратите внимание, что на самом деле вы можете определенные части кода сворачивать. То есть это одна еще особенность SQL Server. Например, чтобы не прокручивать долго, вы могли свернуть и посмотреть. Зачем же нам нужен оператор, точнее блок catch? Вот как раз в блоке catch мы можем, например, исправить нашу ошибку, либо просто зарегистрировать эту ошибку, чтобы мы знали, когда это произошло, кто сделал эту ошибку. И вот как раз для этих случаев в блоке catch доступны некоторые данные, а точнее мы имеем доступ к некоторым дополнительным данным, которые позволят нам отслеживать более детальную информацию по ошибкам. Что же это за данные? Есть такие некие операторы внутри оператора catch, которые мы можем использовать. То есть, например, error number возвращает внутренний номер ошибки, error state возвращает информацию об источнике ошибки. Далее, error severity возвращает информацию обо всем, от информационных ошибок до ошибок, которые может исправить пользователь. Error line возвращает номер строки, где была совершена ошибка. Error procedure возвращает имя хранимой процедуры или функции. И error message возвращает наиболее важную информацию, а именно текст сообщения об ошибке. Как это мы можем проверить? Давайте вот эту часть мы закомментируем и приведем вот такой вот следующий код. Давайте, допустим, напишем запрос просто деление на ноль. То есть мы знаем, что делить на 0 нельзя, и у нас будет ошибка. Итак, в блоке try мы пытаемся делить на 0. Просто пишем select, 1 поделить на 0, и называем этот столбец как error. Давайте попробуем просто выполнить столбец, и мы получаем вот такую вот информацию, что деление на 0, оно не разрешено. Но это мы делали в блоке try, а теперь мы начинаем блок catch, и мы хотим получить дополнительную информацию о нашей ошибке, согласно вот этим данным, которые, опять-таки, могут выполняться только внутри блока catch. Итак, выполняем весь наш запрос. И что мы видим? Мы видим, что вот внутренний код ошибки 8134, состояние 1, там, еще далее. То есть в данном случае процедура у нас не процедура. Номер строки, где произошла ошибка. Опять-таки, она ориентируется на запрос. Вот наш запрос. И во второй строке произошла ошибка. И, собственно, само сообщение, которое и представляет собой, в чем причина ошибки, которую мы получаем просто, если будем выполнять наш запрос. На этом этот урок закончен. Он получился достаточно объемным. И в следующем уроке у нас ждет заключительные темы. Они будут не менее объемными. И мы попытаемся разобрать темы, такие как планы выполнения запросов, далее физические соединения между таблицами и индексы. Сразу хочу сказать, что темы действительно объемные и требуют более детального самостоятельного изучения. Поэтому я попробую просто задать направление, куда можно двигаться и изучать. Хорошее понимание не придет только от просмотра одного видео, поэтому практика и только практика, и вы станете лучше разбираться в этих темах. А пока все. До встречи, до следующего урока. Пока.